Так, ребят, всем привет. Я купила вот такого котика Барсику подарок. Ну и, конечно же, себе. Саша себе купил вот эту акулу за 1000 рублей. Котик вот такой вот миниатюрный стоит 500 рублей. Мы сейчас идем до моря одни. Скажу всем привет. Вот. До моря идем одни. Вот это уже море. Вон там море. Сейчас я вам его решила показать. Мы просто пошли ее покупать. Что котенка, что акулу. Для котенка... Я сошью еще одежду. Мы хотели мне вообще купить кота тоже, только такого длинного с Wildberries. Но там обязательно уродливые, поэтому я взяла. Ну, у них какая-то рожа некрасивая. А мне вот такой вот котеночек. Барсику подарок. Бабушка говорит, что он очень сильно скучает. Вот. Я чуть ли не расплакалась, но у нас осталось 2 дня, поэтому вот такой вот подарочек я ему выбрала. Потому что здесь нет зоомагазина. Вот. А он любит мягкие игрушки. Он с Хаги-Ваги играет. Вон там уже море. Не видно, но сейчас покажу. Погуляем по набережной, помочим ножки. Не знаю. Что-то вот. Он говорил в субботу. А, это... Что, так сложно, что это работало? Нет. Время 19. Время, ну да. Смотрите, какое там море. Просто класс, господи. Совсем скоро мы оттуда съедем. А сюда? Там коты есть. Давай там сходим, посмотрим что-нибудь. Там коты. Кошек. Мало ли я что-нибудь еще себе куплю. Ну, теперь там не пищу. Саша нашла котенка, какого хотела. Вот такого котенка находила. Алиса, вот кровать. Погуляем. Одеяло. Ой, посмотри. Какая лама красивая. До круги, цена, а вот море. Сейчас 33 градуса. Пошли на этот мост. Пойдем с котенком. Как ты акулу назовешь? Сейчас, подожди, там фоткался. Подожди, попутки. Все? Главное не упасть. Сейчас посидим, помочим ножки и пойдем. Я не знаю, как я котенка назову. Точно не Барсик и не Ричард. Кстати, мы тут встретили мою крестную. Посмотрите, как тут классно. Встретили мою крестную, она тоже сюда приехала. Мы с ней уже купали сегодня. Классно. Смотрите, как красиво. Пойдем, что мы снимаем. Басик у меня здесь сидит. Мне кажется, я его Басиком назову. Смотрите, как классно. Вот, классно, посмотрите. Сколько раз сказала классно? Смотрите. Вообще ваушно. Это мое первое видео, где я показываю море. Наши родители вообще думают, что мы на самом деле мы уже здесь гуляем по набережной. Пойдем по камушкам походим. Спустимся. Ну, просто ножки помочим. Вот, смотрите. Вот столько народу здесь. В принципе, к вечеру уже не так много, потому что время... В такое время уже люди как бы почти не ходят. Такой котенок классный, я не могу. Он такой мягкий, такой плюшевый. Такой зайка. Думаю, меня слышно? Вот, там не знаю. Но думаю, что меня слышно. А Басика я посажу в сумочку, чтобы его не намочили люди. Поднимаемся по лестнице и потом спустимся. Давай здесь пройдем, ножки помочим и пойдем. О, господи. Ой, вроде теплая. А что на кровь? Че? Сейчас бы сплавала. Мы, кстати, еще в купальниках. Прикольно. Теплая. Пошли. Медведь плавает. Да.
Чё? Я про такой говорю, какой не плавает. Нет, ты сказал, мидия плавает. А, я думаю, где плавай. Болели. Иди посмотрим. Вот такая вот у нас получилась мини-прогулка. У нас не было примерно 10 минут. Вот. Сейчас спросишь, что? Давай. В общем, всем пока, ребят.